Ребята, всем привет! Наверное, сделаю новую рубрику на канале. Ответы на ваши вопросы. Потому что очень часто в комментариях что-то спрашивают, я отвечаю. Потом меня то же самое спрашивают в Телеграме, я отвечаю. Потом в других видео. И так получается, я иногда ковыряюсь, думаю, сейчас я найду этот ответ. Сейчас я найду, найду и не нахожу. И приходится все заново все это писать. А вот так, наверное, буду на видео скидывать. Вот очередной раз сегодня спросили по поводу вот этих вот наклеек. Где-то там видео засветилось. И на форуме часто спрашивают. Что это такое? Смотрите, эта штука называется диспенсер. Тейп-диспенсер. Делает компания 3M. Делала. Почему делала? Потому что компанию 3M в том году, по-моему, продали не саму компанию, а направление по всяким вот таким вот вещам продали фирму Corning. Поэтому я думаю, что скоро они, наверное, появятся. Изолента появится уже непосредственно с логотипом Corning. Я надеюсь, что они вот эти вот великолепные вещи продолжат выпускать. Я вот такими штуками пользуюсь уже много лет. Наверное, вот как начал оптикой заниматься, непосредственно сам варить, так встал вопрос, каким образом маркировать. Начал искать, альбомы мне не понравились, и где-то я вот наткнулся на такую вещь, попробовал и понял, что это именно то, что нужно. Офигенная вещь, по многим причинам. Компактная, очень легко все это отрывается, не надо ковырять вот эти вот альбомчики. Смотрите, тут прям так, эту жалко, стоп. А, хотя нолик не так часто использую. Знаете, тут раз нужной длины и отрезается прям вот на этой пилочке. Но мне больше не это понравилось. Что мне больше всего понравилось, что тут нанесен такой клей, состав, который клеится, даже если его смочить апельсинкой или испачкать в гидрофобе. Достаточно вот таким вот образом раз, чуть-чуть вот его счистить, и он опять клеится. И эта штука клеится на грязные модули. То есть, если вот используем бумажную из комплекта от связь стройдеталь или, упаси, китайские, которые один раз капелька попадает, там бумага намокает, а это не бумага. Это, смотрите, сейчас видите, да? Это очень, очень они такие крепкие. Это какой-то, я не знаю, ну, не пластик, в общем... В общем, что-то отличное от бумаги. Так, сейчас где-то у меня тут была старая. Вот она находится как раз. Вот так вот выглядит корпус в целом виде. Это я вот эту штуку отломал, потому что мне вертикально эта штука не... Корпус не влазил в чемодан мой, торчал. Крышка не закрывалась. Для чего это предназначено? Сюда я вообще как-то видел рекламу вот этих вот вещей. Она, по-моему, вешается на брелок или на пояс. Вот такие, знаете, есть, которые там на... Как же они называются-то? Вот такие раздвижные. Раз, чтобы его взял, отпускаешь. Он раз на пояс сам быстро убрался. Не знаю, как эти вещи называются. В общем, для тех, кто занимается... это для электриков делали. Это я уже тут для оптики приспособил. Сейчас покажу еще очень интересную вещь. Вот смотрите, видите, нет здесь цифры 3. Я ее вообще снял, куда-то убрал. И четверочка кончилась. Почему? Потому что я раньше никогда не маркировал первый и второй модуль цветные. Я с недавнего времени начал маркировать не только модули, а и волокна. Поэтому у меня сейчас, вот если так приглядеться, меньше всего, наверное, единички на новом осталось. Сейчас покажу, как это делается. Так, есть у меня тут отверточка какая-нибудь. Вот дайте попробую ключом. А вытаскивается очень легко. Вот такие вот наборы раньше продавались. То есть она в пластиковой коробочке, запечатанные циферки. Там их по 10 штук. Можно было целиком купить набор для этого диспенсера, то есть от 0 до 9. А можно было каждой вот циферки купить, целую коробку там их. 10 штук единичек, 10 двоечек, ну и так любую цифру. Причем
Самое интересное, что если покопаться в каталогах старых 3M скотч-код, можно найти было целиком, полностью, там какие-то, по-моему, вот здесь первый, да, порядок, а там цифры, по-моему, 11, 12, 13, я вот не знаю, для чего это, сам удивился. Ну, по-моему, они все порядки были, по-моему, до сотки. Не могу сейчас найти, представляете? Вот это я покупал в Воронеже. Есть такая компания АВС Электро, по-моему, называется. Почему-то, мне кажется, это воронежская компания. Они сейчас и у нас в городе есть. Вот я у них крайний раз заказывал. Они мне везли, наверное, месяц. Я уже потом позвонил, говорю, слушайте, я говорю, ну, либо деньги верните, либо довезите, что ли. Так, сейчас я его назад попробую вставить. Делается это... А, по-другому-то и не поставишь, потому что тут, видите, как прорезь стоит. А, интересно, даже этот момент продумали. Оп, и все, и на месте. А, ну единственное надо... Сейчас выдавлю. Это я его пока показывал. Циферку эту заклеил. Так вот надо сделать... Как она делается? Вот так что покупайте, очень рекомендую. Такие же штуки были разных цветов. Можно было не только заказать циферные, а цвета радуга была. Есть еще нечто подобное в этой же серии устройств, диспенсеры, были просто белые бумажки, на которых писать, но я ими никогда не пользовался, потому что мне в основном нужны вот такие вот штуки, маркировать модули. Всем рекомендую, если, кстати, где-то найдете, посмотрите серийный номер, видите какой, то напишите, пожалуйста, где нашли, где купили, закажу. Уже, видите, заканчиваются единичек, совсем мало осталось. Все, всем пока.